Коханий, сходи, будь ласка, ввечері, купи купу презервативів, я буду гратися. Ну, по, а чого до вечора тянуть, я щас куплю. Ну, добре, йди зараз купуй. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да, я думаю, ми щось друге будемо грати. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я его жду, и вот ты представляешь, за те 2 часа, что я его ждала, 12 раз налогово походила, 14 раз рэкет, 12 раз чуть газетчицы мне морду не набили, думали, что я торгую газетами. Ой, ну лучше б набили, чтобы я своего позора не бачила. Ровно в 12 пришло воно. Метр шапкой в прыжке. Ты понимаешь, я говорю, что это? Я говорю, боже, що ти, кажу, господи. Я отак. І вона як бородавка відпала. Ну, ти дикай. Мам. Що? А куди ви зібрались на велику? На кладбище. Чу нормально. А велик хто назад прикате? What? What the fuck? Зараз я тебе немножко загімпнотизирую. Ну, це був такий легкий гіпноз, ти навіть не почувствуєш його. Зараз. Чувствуешь холодок? Холодок, чувствуешь? Ты спишь? Я... Але дещо чувствую, конечно. Чувствую, да? Дещо, да. Так, хорошо. Волна пошла. Волна. Так, вот. Радио перебывает. Так, нормально. Ты очень хорошая девочка. Это раньше мы тебя считали, что ты тварь. Подожди. Он как собирается, я говорю, ты куда собрался? К этой шаболге никуда не пойду. Говорите, ну, подожди ты, Катя, ну дослушай же до конца. Мы тебя, правда, с отцом за глаза называли псиной. Да вы ненормальная, да, что ли? Подожди ты, Катя. А потом же ты, когда нам сережки мне подарила с браслетом, отцу часы. Подарила. Мы как полюбили тебя, Катечка, как родную доча. Вчера ты ела мясо? Не. Ні. А коли востаннє ти їла м'ясо? Післязавтра.